Угрожал зажигалкой. Мужчина украл две бутылки пива на 169 рублей, а теперь может угодить за решетку на 8 лет. Эти кадры сняла камера видеонаблюдения в супермаркете. Неизвестный направляет на охранника предмет, похожий на пистолет, и продвигается к выходу. Как оказалось, мужчина украл две бутылки пива стоимостью почти 200 рублей и пригрозил работникам торговой точки, если они будут его преследовать или попытаются задержать. Мужчине предъявлено обвинение в разбойном нападении с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение в отношении данного гражданина. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей. Сотрудники не стали рисковать здоровьем и отпустили воришку. Однако вскоре парня поймали. Им оказался 24-летний безработный местный житель. У него изъяли предмет, похожий на пистолет. Это оказалась обычная зажигалка. Теперь парень под подпиской о невыезде и может надолго отправиться за решетку.